Как скажешь. Мне жаль. Поговори с комплимент. Ты появился.
И почему же... Подойди. Расскажи. Он бы мог... В смысле? У него... Почему? Все хотят... Не думал. Слишком... Вот. Какие еще зубы? Я не лекарь. Ты ответил на мой вопрос, и у меня возник еще один. Еще один? О, еще. Здесь меня могут заметить. Все, его имя в списке. Пора вернуться к Алкивиаду. Тут-у. Имя. Следующий. Но я не... Скажи, что... К сожалению. Хочешь, чтобы... Будь... Я найду... Отли... Почему... Все... Если... Пора... И... Вот и ты. Это его Алкивиад считает красивым. Не могу согласиться. Передай Диону. Больше ничего не дам. Я не по поводу... Так что тебе на... Один человек хочет стать гражданином Афин. Я? Почему? Алкивиад выбрал. И кому же я должен... Его зовут Сафан. Сафан? А я не знаю. Расскажи, в чем дело. А, наемники. Всегда остаются в неведении. Он предал своих людей. А, не кори себя, ты не знал. Похоже, люди Диона придут к тебе забрать долг.
Полагаю, деньги не помешают. Я... ладно. Опасное место. Ты вернулся? Как? Нет. Готово. Люди... Собачонка. Интересно, сколько объедков получил Гермип со стола Клео? Гермип перешел все границы, Сократ. Перикл отдал Афинам всего себя, а Гермип воспевает Клеона. Аристофан, разве... Как ты смеешь сравнивать меня с ним? Его пьесы смехотв... Которых ты ругаешь. Осторожно, Сок... Ты тоже считаешь, что Гермип... Многим людям лучше помалкивать. По-твоему, Гермипа нужно лишить свободы слова, а других нет? Кто решает, кому можно говорить? Как раз для меня. Гермип порочит имя Перикла. Почему ты защищаешь его? Я не защищаю его. Если тебе так мешает Гермип, почему бы тебе не начать действовать? Я хотел, но не смог разыскать его. Вряд ли Гермип. Я тоже. Что ты скажешь Гермипу? Пока не знаю, но... Сдается мне, ты завидуешь Гермипу. Ха! Я завидую! Я найду... Я надеюсь. Лишь бы не заметили. Похоже, Гермипа здесь нет. Надо бы осмотреться.
Маска культа космоса. Значит, Гермип один из них. Похоже, Клеон делал пометки в пьесе Гермипа. Все мы писатели. Слишком много денег для такого, как Гермип. Вот откуда вся эта роскошь. Я не смог найти Гермипа, но кое-что разузнал. Он состоит в культе космоса. Теперь понятно, почему он нашел общий язык с Клеоном. Гермипу и культу выгодно запятнать имя и убеждение Перикла. От Гермипа... Все еще думает... Я не знаю, что... Да, ты за... Какой правитель станет прятаться за своими стенами? Пошли мне огонь, бурю, болезнь, но сверши правосудие.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Твоим злодеянием конец.
Славная лошадь, Сак. Очень славная. Наш Сократ Конократ. Ты представь, какие пойдут слухи. К сожалению, в этих слухах не будет ни талики истины. Мне интересно, решишь ли ты предать историю о глазке, узнав всю правду? Что за история? Человек, который украл эту лошадь, здесь, неподалеку. Я еще думаю, как следует поступить. И как мне принять решение? Ты волен решать сам. Но сначала поговори с вором. Можно ли простить преступника? И где сейчас вор? Ждет у конюшни. Ты видел, как он крадет лошадь? Надежда оставить ее себе. Дело за тобой. Иди отсюда! Не стоит здесь оставаться. Это вор. Ты попался. Thank you.
Это ты украл лошадь? Сократ послал меня к тебе. Сперва поймали, теперь еще и Мистий. Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Что-нибудь скажешь? Хозяин лошади не расстроится. У него их полно, а моя сдохла на той неделе. Были бы у меня деньги, я бы купил, конечно. Оставишь лошадь себе или продашь? Я должен кормить семью, и лошадь пригодится в хозяйстве. К тому же без нее далеко не уедешь. Другого выхода нет? Увы, я в тупике. Поверь, я стыжусь этой кражи. Почему ты выбрал именно эту лошадь? Ее было легче украсть. Других причин нету. Ну, и я не хотел брать лучшую. Благородный вор? Я украл не просто так. У меня не было выбора. Я узнал достаточно, чтобы сделать выбор. Прошу, не суди строго. Ради семьи ты поступил бы так же. Ты решил, что должен сделать? Если вору лошадь нужнее, пусть оставит ее себе. Это справедливо. Ты полагаешь, что преступника можно наказать или наградить в зависимости от обстоятельств? Весьма занятно. Интересно, мое решение вообще что-то значит? Или ты просто проверял, как я поступлю? Возможно, и то, и другое, а... Ты нарочно путай. Ответь на один вопрос. Если человек... Если намерения были благие, значит, он прав. Значит, в такие времена суд вершат люди вроде нас. Многие скажут, что убийца должен быть наказан. Те, кого он спас, не согласятся с этим. Тогда решения, которые направлены на благо людей, правильны. Согласен? Может, хватит? Нет. Само собой. Да-да.
Теперь на порку приглашают зевак? Новый способ унижения. Но я не смотрел. Я человек, заплативший за свободу. Так бывает. Хозяин назначил цену, и со временем я собрал нужную сумму. Так нельзя. Я поговорю с ним. Правда? Поговоришь? Я Фаэдон. Не знаю, кто ты, но тебя точно послали боги. Верно. Ты заслужил их помощь. Ты не такой, как все. Пожалуй, ты прав. Пусть так. Спасибо тебе. Мой хозяин у Серебряного рудника присматривает за другими рабами. Скажи, ты всю жизнь был рабом? С юности. Я родился не в том месте и не в той семье. И ты смог купить свободу только сейчас? Скорее, нашел хозяина, который согласился на это. Зря я ему поверил. Меня лишили последней надежды. Тебя часто наказывают? Слишком часто. Что ты сделал? Не знаю точно. Может, медленно работал, не так глянул, попросил воды. Или он сделал это ради потехи. Не знаю, сколько я выдержу. Я поговорю с твоим хозяином. Едва ли он прислушается. Ему придется. Ты силен. Если ищешь работу, я мог бы сделать тебя надзирателем. У меня есть работа. Я тут из-за раба, Фаэдона. Я не знаю их имен. Не трать мое время. Я тут вообще случайно. Это я трачу время. Ха! Давно со мной не говорили в подобном тоне. Продолжай, ты забавляешь меня. Фаэдон заплатил тебе. Отпусти его. Не помню такого. Но я сегодня добрый. Окажи мне услугу, и я освобожу его. Какую? Нужно убить одну женщину. Ее семья останется без кормилицы. Но так пожелал культ космоса. Так ты член культа? Если так, тогда ты знаешь, кто я. Ты умнее, чем о тебе говорят, хозяин орла. Может, мне проще убить тебя? Проще. Но если я умру, раба не спасти. Ведь только я знаю, где его бумаги. Зачем культу ее смерть? О, извини. Не знал, что должен отчитываться. Нет, не должен. Тебе не впервой нарушать обещания. Не советую делать так в этот раз. Оглянись. У меня полно рабов. В обмен на помощь можно пожертвовать одним. Не часто члены культа раскрывают себя. Ты ничего мне не сделаешь, если хочешь помочь этому... Как его? Что делает происходящее забавным, согласись. Мне пора идти. Убивать или нет – твой выбор. Но если не убьешь, твой дружок останется рабом. Свобода одного – гибель другого.
Алексиус, случай снова свел нас? Это точно был случай. А, сегодня ты хочешь поговорить о судьбе? Нет, не очень. Славно, у меня есть другая тема. Аттика огромна. А, ты нас... Что ты успел ус... О, все. Ты стоишь перед трудным выбором, это ясно. Сколько стоит свобода человека? Может ли одна жизнь быть ценнее другой? Люди ничем не отличаются друг от друга. Но равно ли твое дыхание моему? Кого бы ты ни сравнивал, ответ все равно будет один. Таким образом, вор и жрец равны, а политик и ребенок тоже. Интересный подход. С меня достаточно. Что ж, ладно, знаю, ты устал. Да, это про меня. Ступай. Говорить с тобой всегда большая честь. Взаимно, Сократ. В чем дело? Я не стану убивать, чтобы ты сделал то, что должен был сделать и так. Что ж, ее убьет кто-то другой, а Файдон останется рабом. И я щедро награжу его за то, что потратил столько времени. Греки обрадуются твоей смерти.
несомненно, я очень востребован. Главный поединок. Достойный конец для наемника. Смерть в бою. Может, стоит залечь на дно? Ты здесь? Значит, Лагос жив. Что это за мест? Лагос очень известный человек в Аркадии. Объясни, к чему защищать того, кто хочет убить меня и мою мать? Я давно знаю Лагоса. Однажды он спас моих солдат от голодной смерти. Для этого человека поступать столь бесчестно немыслимо. Что ты хочешь найти? Если узнаем, кто стоит за Лагосом, не придется проливать кровь. Разве спартанцы не пьют кровь на завтрак? Крови мне хватило на всю жизнь, но надежда жива. Ты размяк, Брасит. Когда Леонид пал в битве при Фермопилах, мы все сплотились против общего врага. Афиняне, спартанцы, все сражались плечом к плечу. В чем дело? Тут кто-то есть. За тобой следили? Нет. Хорошо. Принес письмо от Лагоса. Да. Отнесем его к обгоревшему дереву у золотых полей. Там его заберут и передадут в убежище. Письмо от Лагоса? В нем могут быть ответы. Пойду за ними, а ты обыщи дом.
Меня забрали вместе с семьей Лагоса. Думала, нам конец. Где они? Под землей. Их охраняют. Иди, расскажи все моему другу Брасиду. Он в старом доме, к северо-востоку от Тегеи. Хорошо. Тебя прислали сами боги. Интересно, что... Прошу! Прошу! Я спасена! Благодарю тебя! Кто ты? Алексиос, меня прислал Брасид. Мы идем домой? Пока не знаю. Нас давно держат в этой пещере, а от Лагоса нет никаких вестей. Вы свободны. Но к Лагосу пока не возвращайтесь. Эти люди все еще с папой? Ты слышала о культе космоса? Только слухи. Когда муж нашел себе новых друзей, у нашего дома появились стражники. Все ради вас, сказал он. А потом они же притащили нас сюда. Они принуждают твоего папу к плохим вещам. Я спасу Лагоса от этих страшных людей. А как же мы? Я не вернусь к этому псу. А наши стражи мертвы. Мы в опасности. Ступайте к Брасиду, он мой друг. Он в убежище к северо-востоку от Тегеи. Там Лагос проводит тайные встречи. Ты злишься, мама? Благодарю тебя за помощь. Мы найдем Брасида. Хайре.
Это геи, зверей в три раза больше, чем людей. Как бы не встретить хищников. Казармы. Их упоминала мама.
Я знал, что ты найдешь меня. И почему это? Ты освободил мою семью. Спасибо тебе. Я делаю то, что должен. Пусть даже вся Аркадия хочет меня убить. Мир погряз в хаосе. И в этом вина культа. Сейчас повсюду разлад. Спарта против Афин. Старое против нового. И что, ты считаешь, что культ не подливает масло в огонь? Я знаю, что они могут. И чего они хотят. Но я забочусь об Аркадии. И готов выслушать тебя. Еще не поздно. Уйди из культа, объединись с Брасидом. И я должен тебе верить. После того, что стало с Дельцом, я знаю твои методы. Склонить голову, чтобы потерять ее? Нет. Но ты не делец. Что ж, тогда спасибо, что позволяешь умереть достойно. Он мертв. Это все усложняет. Культистам меньше. Все просто. Лагос был мне другом. Я должен был помочь. Мне жаль, Брасид. Но связавшись с культом, Лагос выбрал свой путь. Ты меня не слушаешь. Прилюдно казнил Дельца, а теперь убил Лагоса. Будь ты под моим началом. Я бы давно выгнал тебя. Мне не нужен командир. Я делаю, что должно. Ну что же. Полагаю, пришло время сообщить обо всем в Спарту. В Биоте и мир. Но цари также хотят, чтобы Спарта одержала победу в играх. Да. Отправляйся в Элиду и добудь венок. Мирин, ты настроена решительно. Уверен, ты скоро вернешь свой дом. Раз Лагос мертв, Спарте понадобится новый поставщик припасов. Аркадия в безопасности. И награда отозвана. Можем путешествовать без страха.
Тогда пора продолжить путь. Thank you.